Афина, помоги. Хорошо слышащими, музыкальные люди, в общем, в принципе. Но это уже... Другие люди здесь не удерживаются. Это тоже признак. Те, которые не слышат, их нету. Для того, чтобы быть шумовиком, нужно очень хороший слух иметь, чувство ритма очень хорошее и мгновенную реакцию. И чувство юмора. Что будет дальше? Если умрет кино, то умрет и наша профессия. Напрягайте слух. Этот фильм еще не озвучен. Мы расскажем вам о профессии шуметь, то есть о том, как озвучивают кино. На киностудии Горького в Москве работают девушки удивительной и смешной профессии. Впрочем, сейчас вы все увидите сами. Озвучивается фильм «Вологодские задворки». Лена, потяжелее чуть-чуть, Лена. Помаши мне. Сейчас попробую, подожди. Потому что здесь лучше обозначить, например, вот эту ветку, которую вот они проезжают, вот, вот здесь крупным планом. Готово, поехали. Начали. Внимание, я петь буду. Мать, ну ты опять затянула. Да? Ну что, чай волка, ты не испугай. Ну дай мне птичек послушать. Ну ладно, Миша. Господи, что ты? Сына, где? Ой, боже, напугал-то ты меня как. А ты колхозница, тебя люблю. Вот Лена, например, у нас ходила за Сталина, за Ленина, там, мы за всех ходили. Я вот за Гитлера ходила. У нас своеобразный язык, общение какое-то такое, я бы сказала, даже ну, на скорую руку, вот как мы придумали в свое время фердепендозности у нас происходит в зале. Это красиво или некрасиво, ну, в общем, вот мы распределяем роли быстро, можно сказать, ну, не глядя друг на друга. Уже знаю, кто чего хочет, кто чего любит. Кто-то любит бегать, кто-то любит сидеть, у кого-то, ну, какие-то варианты. А смешных вариантов, ну, наверное, много. Мальчик спрыгивает в лодку. То значит, меня играй, двери меня. Правый микрофон. Ага, все понял. Лёшенька, ты понял насчет воды и насчет уключен? Да, понял. Вот как только мальчик сел и сразу уключено тихонечко мальчику в воде, а вот Лену выводи прям. А до этого вход в дверь, это все делаю я на микрофон. Ага, все понял.
но там какой-то... Боже мой! Воды-то! Мальчишку не видел? Нет, не видел. Садись. Куда едем? Искать. Странно это все как-то. Да-да. Очень странно. Эй, мальчишку не видали? Какого мальчишку? Возьми цветы, цветы хорошие, возьми, бери. Да такой маленький мальчишка какого? Потерялся. Бери цветы хорошие, не знаю мальчишку, не видел, бери цветы. На кой тебе мальчишка, цветы лучше, бери цветы. Да пошел ты со своими цветами. Юра, это все делается на каком-то дыхании. Чем сложнее, тем быстрее он делается. Вот появляется какой-то азарт изнутри. Потому что шумовики, они... Люди вот все азартные, вот даже вот кто ушел уже, да, из кино, вот какой-то азарт появляется, это болезнь какая-то. Ну, батуты, наверное, странные тоже. А мы, это единственная профессия, независимая. И не подсудная еще к тому же, мы убиваем, грабим. На наших руках бывает и кровь, которую мы имитируем. Но закон... Мы только имитируем. А закон, закон, в общем-то, к нам, ну, никак. Вот, ну, представляешь, я вхожу в дом, у меня на кухне гости, я не знаю, вхожу в прихожую, дочка бросается ко мне, говорит, мам, ну, что ты с ним дело? Я говорю, Варюш, не надо. Я говорю, 5 убийств, я говорю, я сейчас отойду, и все пройдет. Захожу на кухню, у меня не мой вариант. Они слышали, что я 5 убийств. Новые люди сидят в доме. Не, долго общалась потом с людьми, но они странно со мной общались. Привет. Давай я понесу. Ну, давай. Смешная же ты. Ты сам смешной. Правда? Письмо мое получила? Да. Ну и как, ждала? Ну, ждала. Давай сегодня вечером встретимся? Давай. Тогда в 6 на нашем месте, хорошо? Хорошо. Не забыла? Нет. Куда ведро поставить? На ступеньку. Опа. Ну тогда до вечера. Пока. Каждый слышит, каждый видит по-своему. То есть вот одну и ту же сцену, например, с проходом человека, мы можем с Леной сделать совершенно по-разному. И один характер лечит, и другой может лечь. Но мы же люди все видим по-разному, под разными углами, под разным ракурсом. Даже мы можем... Ну, поэтому мы предлагаем, например, вот один встанет, второй встанет. Этот звукооператор может разрешить наши проблемы только иногда вот таким вариантом. Потому что вдруг интересный какой-то звук, мы набрасываемся, каждый ищет в каждом углу в своем. И предлагаем по очереди, и спокойно ждем своей очереди, своего часа. И ничего обидного нет, если твой звук не пройдет, это нормально. Начинается все с того, что надо войти в роль, в героя самого, и прочувствовать его состояние. И то, что в кадре вот он идет, то и за кадром он идет. Приятно смотреть фильмы, которые вот прошли через тебя. Вообще шумовики должны быть хорошо слышащими, музыкальные люди, в общем, в принципе. Но это уже... Другие люди здесь не удерживаются.
Это тоже признак. Те, которые не слышат, их нету. Для того, чтобы быть шумовиком, нужно очень хороший слух иметь, чувство ритма очень хорошее и мгновенную реакцию. И чувство юмора. Как-то я спросил их, а что вас ждет в будущем? Что будет дальше? Если умрет кино, то умрет и наша профессия. Мы верим, кино не умрет, а значит, будет жить и эта профессия.